В Алматы усилили карантин. Новое постановление главного санитарного врача города вступит в силу уже в субботу. На многих объектах сократится рабочий день. Причем не только в праздничные выходные, но и в будни. К примеру, продуктовые магазины и мини-маркеты должны будут продавать товар строго до полуночи. Но открытые рынки разрешили посещать только до 5 вечера. Что еще изменится в жизни крупнейшего города страны, расскажет сейчас Алтын Мендыбаева. Новые правила Жандарбек Бекшин утверждает с завидной регулярностью. На этот раз изменения вновь коснулись общественного транспорта. В выходные и праздничные дни автобусы все-таки будут курсировать по своим маршрутам. Правда, с ограничениями. Утром с 6 до 10 часов, а вечером с 17 до 22. Что интересно, еще несколько дней назад главный санврач заявлял, пока город не выйдет из красной зоны, никакого смягчения не будет. Тогда такие угрозы многих алматинцев возмутили. Добираться до работы в карантинные выходные многим пришлось пешком или за огромные деньги на такси. Судя по всему, теперь власти решили пойти навстречу работающему населению. Не все достаточно располагают ведомственным транспортом. Здесь вопрос в том, что необходимо добраться данным работникам на работу. График движения утром и вечернее время будет увеличен количество потока, ритм общественного автотранспорта. Интервал вы имеете? Интервал, да, чтобы исключить столпотворение и скопление жителей, те, кто добирается на работу. Ага, и по другим вопросам. И в праздничные, да? Да, они будут работать. А в будние дни в штатном режиме. Что касается торговых домов, то они в выходные будут закрыты. А вот в праздничные дни, как бы парадоксально это ни звучало, ходить за покупками все-таки разрешили. Делать это можно с 10 утра и до 5 вечера. И вот как объясняют такое решение санврачи. Выходные, так как они выпадают на будние дни, чтобы мы не имели в следующие дни большой наплыв, не запрещать работы, а просто ограничить, тем самым отфильтровать посещение посетителей. Чтобы в конечном итоге после праздников, потому что последние дни, вот 24-й четверг выходим на работу, и чтобы не было наплыва в пятницу, субботу, воскресенье, да, в торговых домах. В новом постановлении четко обозначили часы работы многих объектов. Так, крытые и открытые рынки можно будет посещать только в будни и до 5 вечера. Продуктовым магазинам и мини-маркетам разрешили работать до полуночи. Непродуктовым магазинам можно принимать клиентов только до 9 часов вечера. А вот супермаркеты и гипермаркеты работают в прежнем режиме с 6 утра до 2 ночи. Что касается отдыха в горах, на Медео массовые катания под полным запретом. А на горнолыжном курорте Шимбулак количество посетителей сократят вдвое. Правила вступят в силу в эту субботу. До какого времени будет действовать новое постановление, конечно, зависит от эпид-ситуации. К примеру, если Алматы перейдет в желтую зону, то ограничения придется пересматривать вновь. С подробными объяснениями Жандарбек Бекшин должен выступить уже завтра. Это была Алтын Мендыбаева. Она рассказала о новых ограничениях в Алматы.